Тём, привет, расскажи, почему не удалось вес сделать? У меня такой первый раз, в принципе, все шло по плану, но в один момент просто у меня начала голова кружиться. Она кружилась не сильно, но я подумал, 750 грамм, сейчас начну гонять, вдруг что случится. Не стал рисковать и пошел взвешиваться, вот и все. Ну, то есть там никаких полуоборочных состояний? Там, не, не, вообще ничего не было, просто начала чуть кружиться, я понял, что я сейчас доведу ее до полуоборочного, если буду добивать вес. И решил, что лучше выйти на бой, чем согнать, и вдруг что случится. Слушай, а 20% от гонорара, это насколько вообще серьезно для тебя? Да, не так серьезно, в принципе. Нормально. То есть не очень большой гонорар, короче говоря. В тот момент я готов был хоть 80 дать. Когда гоняешь, не думаешь об этом. Понятно. Вы здесь с Юсуфом уже несколько дней живете в одном отеле. Вы пересекались хотя бы раз тут в коридорах? Так мы в сауне в одной вес гоняли. Ну, недолго, правда, но гоняли. Вы перекидывались, так скажем, какими словами? Когда ты гоняешь вес, тебе не до этого. Ты просто, что ему, что мне, было не до этого. Ага. Ну, то есть, даже не было там такого, там, удачно согнать вес или что-то в этом роде? Не-не-не, не было. Какие впечатления у тебя, кстати, от пресс-конференции остались, от церемонии взвешивания? Да никаких. Никаких. Настроенный на бой. Вот и все. Что увидел в его глазах? Не знаю, повторяться опять, но я не вижу в его глазах, что он прям уверенный, вот и все. Ну, а вообще уверенность в глазах, она чувствуется там на дуэли, взглядах или что-то там вроде? Бывает такое, что вот смотришь на соперника, и он прям вот реально внушает? Да, если честно, блин, такого ни разу не было, чтобы соперник видел, что ты прям боится или прям уверенный, потому что это спорт. В принципе. Как думаешь, после боя ваши отношения могут измениться в лучшую сторону? Вне зависимости от, вот, от результата. Ну, это мы узнаем после боя. Спасибо.